Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 3, урок 31. Задача А. Во дворе играют 6 девочек, а мальчиков на 2 меньше. Сколько мальчиков во дворе? Итак, девочек 6, мальчиков на 2 меньше. Сколько мальчиков играют во дворе? 6. Отнимаем 2. Получаем 4. Ответ 4 мальчика. Задача Б. У Тани 6 марок. Их на 2 больше, чем у Саши. Сколько марок у Саши? У Тани 6. Это на 2 больше, чем у Саши. Значит, у Саши марок на 2 меньше. Сколько марок у Саши? Выражение 6 минус 2. Задача представлена в косвенной форме. Записываем решение. 6 минус 2 равно 4m. Ответ 4 марки. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.